Привет, друзья! Ремонт левой стороны Subaru Legacy. Итак, машина у меня в мастерской. Машину купили уже без дверей, с вырезанным куском металла. Основные повреждения – средняя стойка и часть заднего крыла. Для этого ремонта владелец привез донорский кусок кузова и обещал привезти двери. Ладно, загоняю машину в гараж. Ставлю на стапель, разбираю левую сторону. Машина разобрана и стоит на стапеле. Первым делом вытягиваю среднюю стойку. Пока на этом все. Теперь мне надо удалить заменяемую часть. Прежде чем удалить поврежденное железо на машине, мне надо вытянуть заднее крыло. Теперь могу удалять поврежденный металл.
Итак, поврежденный металл удален. Теперь мне надо вытянуть поврежденное место на средней стойке. Внутренний металл отровнял, применяю донорскую часть, которую взял с этого куска. Дополнительно проверю зазоры, устанавливаю дверь. Зазор отличный. Снимаю дверь и выравниваю места соединений. Теперь подкорректирую внутренние усилители. Это я выяснил после примера донорской боковой части. Теперь все отлично. Устанавливаю боковину и привариваю ее. Установил боковину, также установил заднюю дверь.
Теперь проверяю зазор и прихватываю боковину. Снимаю дверь и привариваю боковину полностью. Итак, работа с металлом закончена. Устанавливаю двери, регулирую зазоры, снимаю машину со стапеля и отдаю машину в малярный цех. Через неделю машина вернулась ко мне. Собираю ее. Ремонт этого Subaru закончен. На этот ремонт ушло 52 часа. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть больше видео. Пока!